Павел Гейм Чаннел. Приветствую, смертные, на ваших крадах Warcraft 3 Reforged. У нас третья глава ужасов Ноксрамоса, доп-компании для этой игры. 5 кошмарных часов. Вилл сбежал по заколдованному коридору, тяжело дыша и спотыкаясь от усталости. Ледяные огни жаровень Ноксрамоса, обещающие боль и страдания, сменялись яркими факелами с демоническими рунами, тоже предвещающими опасность снова совсем иного рода. Задыхаясь, Вилл забежал в лифт цитадели, потянул рычаг вниз и замер. Наступила долгожданная тишина, и лифт медленно поехал в пустую темноту. Бедный кузнец считал мелькающие этажи. И третий, и второй, и первый. Затем послышался ужасающий грогот, лязгание массивных цепей. Страшный и знакомый холод воцарился в крохотном пространстве лифта, и свет погас. Лифт перестал двигаться, он был заблокирован. И тот кузнечик вновь услышал голос своего великого мучителя. «Зря ты убежал, Уиллс. Теперь ты достоин только нижнего отсека». Двери лифта открылись. Внимание, эта глава короткая, но может быть летать при загрузке игры, потому в главе предусмотрен другой способ отката к контрольной точке. Рекомендуется проходить главу в течение одной игровой сессии. Охренели, что ли? Ох, где я? Что произошло? Уиллс, это я, твой друг. Связался с тобой телепатически. Кевтузат оказался умнее, чем я думал. Он заблокировал шахту лифта и затем разбил цепи, из-за чего тебя сбросило на этот этаж. Но где я? Что мне делать? Ты в нижнем отсеке, Уиллс. Это свинцованный и закрытый этаж, я не могу тебя оттуда достать. И что? Я здесь я так и умру? Вот так? Что будет, то будет, Уиллс. Но у меня есть один план. Твой друг Теовид встретил некоторые неожиданные препятствия по пути в наводящий цех. Он задержится. И тебе придется затянуть свою борьбу за жизнь, чтобы ход эксперимента нарушился. Это также важно моему... владыке. Мне надо продержаться до этого момента, а потом... Ты спасешь меня? Некоторые события обязаны случиться, а пока крепись. По моим подсчетам, Теовид закончит за 5 часов. Хорошо, я продержусь. Я точно продержусь. Не 5 часов же, короткая глава. Продержаться до 5 утра, Уиллс должен выжить. Первый час идет. Готов. И чё тут? Час первый. Снова я, Уиллс. Плохие новости. Кевтузату надоело с тобой играться. Он собирает на верхних этажах самых отвратительных тварей, чтобы тебя отсюда достать. И как мне от них отбиваться? Я потерял топор. Да как? Воспользуйся старыми механизмами в отсеке. Раньше вертицы запирали от тебя все двери, теперь ответим тем же. Используйте рычаги перед Уиллсом, выделение мыши для закрытия дверей. Опа, смотрите-ка. Только что Кевтузат посок тебе этого громадного вурдалака Фойкина. Следи за ним по камерам наблюдения. Но будь аккуратен. Механизмы в отсеке работают на мане, которую так просто не восполнишь. Информацию от Великса всегда можно заново найти в журнале F12. Блин, а зачем ты скрывал тогда кнопки эти? Не очень-то удобно. Хорошо, а как понять, какие двери мне надо закрыть? Тут только вверх-вниз стрелки работают. Каким камерам наблюдения, блин, следить за ним? Верховный. Чё? Чё ты несёшь? Этот час всё ещё нужно пережить. А, понял.
все. А что сделать-то надо? Что-то пока я не догоняю, что надо сделать. Но мне нравится, что глава какая-то необычная. Куда он пошел, допустим, он в кладовочку. Эй, что делать? Я понял, короче. Надо было активировать рычаг, когда он уже туда приперся. Давай, вали отсюда. Только туда-сюда будет путешествовать, что ли? Он совсем тупой. Надеюсь, что откроет, что ли? Или что? Эй? Зачем? Обе... Двери. Блин, мне нравится, слушайте. Компания все больше и больше удивляет меня. Хотя она всего-то из пары глав состоит буквально. Какой жесткий троллинг. Слуги Киотузада покидают нижний отсек, чтобы перегруппироваться. Час завершен. Второй час начинается. Ох, поехали. А у нас тут только два рычага, я смотрю. Ты оправдываешь мои ожидания, это достойно, похоже. До тебя был лишь один кандидат. Первый час позади, но впереди еще четыре. Надеюсь на тебя, Лос. Киотузад отпустил твой отсек от из своих любимейших созданий, погающий по имени Лоскутик. Рекомендую разобраться с камерой в библиотеке. Там куча реликвий, наполненные маной. Удачи, Лос. Думаю, тебе не составит труда пережить этот час. До скорого. Преобразует ману артефакт в библиотеке, энергию для механизмов нижнего отсека. Возможно, преобразовать ману, реликвии в библиотеке еще не восстановились. Все, отдыхай, Вася. Теперь за двумя одновременно следить, что ли? Успел.
А, это для меня мана. Понял. Просто надо пережить эти дни, получается. То есть не дни, а это время. По чуть-чуть. Да блин, как же ты неожиданно вылез, а? Ну блин, это долго слишком. Черт, все по новой. Класс. Это только второй. Вот тебе коротенькая глава. Да уж. Бегаешь по библиотеке. Блин, а хаткей не работает, кстати говоря. Я вжму, а вот. Жрет и жрет, жрет и жрет, а сколько жрать можно? Так, преобразуем ману для себя. Фух, чуть не открыл. Да, реально не сразу хаткей срабатывает. Блин, сколько этот лоскутик жрет там, а? Мне нравится, что у них какое-то поведение есть такое. Они что-то делают, ходят там, злятся. Сугики вот узата покидают нижний отсек, чтобы перегруппироваться. Ура! Второй час пережили. Осталось еще 3 часа. Готов. 3-й час, Уилс. И что теперь? Уилс, есть хорошая новость и есть плохая. Хорошая, твой дружок Тайобит неплохо продвинулся. Осталось недолго. Плохая новость, нижний отсек забрался тот гадкий дыруб с твоего этажа. Акурарак.
Я знаю, чем он будет заниматься. Он и так каждую неделю проверяет трубы по всему Даксрабосу. Следи за камерой в каналах. Если дыру подберется слишком близко к тебе по трубе, трубу можно затопить с камеры в ней. Устроить дезинсекцию, так сказать. И не вздумай накосячить вас. Скоро все разрешится. Так. Хорошо, как мне... понять, что этот жук приближается-то, а? Так... лоскутика. Все тяжелее. Ты как воролез-то? Я что-то не понял, а как от него избавляться-то? Ват? Он как-то добрался ко мне? Не знаю, вот этот какой-то непонятный мыльный рисунок. Что с ним делать-то? Как понятнее, что Нуруб ко мне собрался-то? Не попался. Время пришло. Ч
Чего, блин? Я же затопил трубу. Я выпью твою кровь. Я не понимаю, как с тем жуком. Чё с ним? Какой момент мне топить трубу? Никакой индикации, ничего не понятно. Такие, кстати, не работают ни хрена. Жрать пошел. Скотик встал вдруг что-то. Лоскутик. Ты чё? Лоскутик сломался. Ладно, это нам на пользу. Ладно, пускай. Скажите, что я пережил этот день, час, пожалуйста. Блин, день, все, день у меня. Пуджика лучше за ним присматривать, короче. Ай! Ох, чуть это было. Не просрал шнюка этого. Четвертый час выл Суреймер. Еще два осталось. Что в этот раз? Вилс, снова плохие новости. Похоже, что меня скоро обнаружат. Будь готов к тому, что я не смогу тебе помочь. И да, Келдузад отправил в твой отсек какую-то банши. Ибо я понятия не имею, как она будет тебя ловить.
А еще в твоем районе, видимо, произошла утечка какого-то газа. Он не ядовит, но сквозь него ни черта не видно. До связи, Уиллс. А это что такое? Банч-то что делать? Камера повреждена, требуется ремонт. Ага, понял. Да ладно! Я же затопил! Я выпью твою кровь. Черт, Банши, конечно, вовремя очень это сделал, потому что... Класс. Камеры, блин. Похоже, если вовремя убрать с нее камеру, она ее не поломает. Так что ли? Так, иди в жопу. Да. Короче... Используем тактику очень быстрого переключения камеры, чтобы она от нас отвяла. И не забываем следить за этим жуком. Копается, уже слышу. Ай! Хорошо, что решил посмотреть, а? Опять скопается. А?
Так, слышал звук. Долгий час-то, а? Еще чуть-чуть... Ай, нет! Дерьмо, а? А, блин, издеваешься, а? Фу, есть. Четвертый час пережили. Остался последний. Так, ну, видимо, тут связи не будет уже. Смирись, смирись, смирись! Все, готов, поехали. Фух, час пятый. Уилс, 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 как далеко тебя завело твое упрямство, а? Теперь тебе никто не поможет, ни Теомин, ни Демон, никто другой. Тебя ждет последнее рандеву со мной. Боги, что же мне делать? Мы с тобой, кузнец! Мы здесь, перед тобой, чтобы помочь. Позади тебя замороженная шахта лифта, откуда ты пришел. Кьотузад попытается забрать тебя оттуда же. Его колдовство сильно, но твоя воля может прогнать любой холод, если ты будешь смотреть смерти в глаза без страха. Уз может обернуться к лифту по нажатию стрелки вниз. Смотреть смерти в глаза нужно достаточно долго, чтобы она испугалась. Черт. Не работает. Стрелка вниз не работает. Вначале я помню работала, да. Блин. А чё вы меня не защитили, духи? Все время меня именно он ж... А хотя нет, жук этот тоже меня сожрал. Ладно, еще разок. Вот, теперь работает. А то вдруг забаговалось все нахрен. Чтобы знать, в какой момент смотреть.
выкопался жук. Еще не ушел. В какой момент я должен был на него смотреть? В вечности меня ждет награда. Эх, черт, а. Ну это будет жесткий час. Опять не работает, алло. Починили. В какой момент смотреть этому страху в глаза? Ну ладно. Близко. А где вурдалак? Не работает. Закрывайся. Так. Так, блин. Офигеть, а, вылез он. Нам до смерти надоели смертные.
Жесть, сколько там надо держаться-то, а? Все сразу делать. Хотя это логично в этой игре. Тут только такой скейл сложности, можно сказать. Скутика, по-моему, рановато закрыл я. Так, слышал звук выкапывания. Открываем. Так, этот закопался, затапливаем. Закрыли двери. Уф. Как же это было близко. Прям там торчала его тушка. Все-таки успела, гадина. О, вовремя решил глянуть. Да блин, а. Закрывайтесь. Ждет, возможности есть. Так, что насчет жука? Топим. Так, остается уже мало мана отсека. Надо регенить. Что-то вардалака не вижу.
кажись, за полками запрятался. Закройся. Блин, жук! Сожрал. Дерьмо. Я выпью твою кровь. Офигеть. Попытка 1 миллитриллиард уже, наверное. Смотреть страху в глаза. Затоплю. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, ямка есть. Все одновременно, я одновременно. Так, я слышал звук выкапывания. Так, сюда теперь надо. За уртолаком следить, за лоскутиком легко, он звуки издает, когда собирается что-то сделать. Барсик, да? Не поймаешь меня. Так, есть. Смотрим страху в глаза. Смотрим, смотрим. Смотрим.
Ладненько, все хорошо. Прекрасно. Так, не забываем, не забываем. Сюда. Так, отвали, плиз. Это тоже надо обязательно чекать. Так, слышу, как выкопался барсик. Победа! Ну, давай, резче. Убирайся отсюда, вурдалачек. Нет, энергия. Что? Кончился наш Уилсуребер, да? Время пришло. Тащите его в камеру 101. Наконец эксперимент будет проведен. Начинайте, коллеги. И слабой плоти вот-вот родится совершенство грубой силы. Прямо на наших глазах. А знаешь почему, Уилс? Потому что ты боишься. Эта концентрация страха и отчаяния в тебе породит величайшее орудие плети. Орудие в моих руках. Нет, Килтузад. Ты ошибаешься. Что? Это не страх. Это не отчаяние. Что ты несешь? Ибо покуда есть вера, в телах твоих жертв будет чё... Мне игра свернулась. Чё стало? Так, в телах твоих будет не страх, а что? А отвага! Нет, ты шутишь! Это страх! Нет, Килтузад. Эксперименту твоему не бывать. Что за бред сумасшедшего? Проверить показатели. Верховный, эктопозва не доходит до экспериментального бассейна. Что? Повелитель, кто-то сломал трубы в доводящем цеху. Нет, 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 нет! Остановите процесс, вытащите его оттуда! Слишком поздно, повелитель. Мы не можем. О нет. Вот и оно. Бульк. Что со мной? Ха-ха-ха!
Уилс, а я ведь уже ожидал, что здесь все взорвется. Сломать трупы достаточно, чтобы отобрать у меня триумф, но недостаточно, чтобы тебя спасти. И теперь ты скелет, Уилс. А у нас на Ксравосе все скелеты служат плети. И пусть у меня и нет жестокого монстра, твоя душа навеки будет принадлежать мне. С повышением на службе, Уэллс! В конце главы титра вас ждет дополнительная важная сцена. Зачем об этом было говорить? Ура! Этот кошмар, он закончился.